и декабрь подходит к концу, и Новый год уже близко. А я напишу основному чтецу коротенькую записку. Под елку по-детски ее положу и мишурой прикрою, а в ней о просьбе своей расскажу сказочному герою. Ах, Дед Мороз, ты только прочти, мне ничего не нужно. Радость раздай людям, как конфетти, чтобы все жили дружно. Не буду просить бриллиантов, колец или крутую тачку, а попрошу, прилетел, чтоб скворец весною в свой домик дачный. Люди родные и близкие мне счастливо, чтобы жили, чтобы не горела планета в огне, снова чтоб все дружили, чтобы исчезла тревога и боль. Счастье раздай ты людям, пусть на земле воцарится любовь, горя пускай не будет, чтобы не плакала мать в тишине. Звонко смеялись бы дети, чтобы забыли мы о войне. Мир бы царил на планете. Пусть Новый год к нам со снегом придет, с любовью и мандаринами. Надежду пусть каждому принесет, чтоб счастливы были вы, любимы. Ну вот и декабрь подходит к концу, и Новый год уже близко. А я напишу основному чтецу коротенькую запись.